Сегодня западные средства массовой информации сообщили, что в своей комнате в общежитии престижной школы в Лондоне была найдена мертвая 17-летняя дочь российского бизнесмена Игоря Артамонова Полина. По предварительным данным, причиной гибели 17-летней девушки стало самоубийство. Вероятнее всего, именно сочетание спиртосодержащих напитков и лекарственных препаратов и привело к гибели Полины. Отец уже заявил, что проведет свое собственное расследование гибели родной дочери.